Здорово, пацаны! Мы сегодня пришли в лес. Будем жарить шашлыки. С нами Саша Ключ. Славик Боцман. И я. В этом лесу мы последний раз были зимой. А вот сейчас пришли и будем... У нас нет денег на мясо, поэтому мы купили самых дешевых сосисок в красно-белом. И сейчас их будем жарить. А сейчас нам Саша передаст привет. Саша, передай привет пацанам. Привет, пацаны. Привет. Что ты хочешь пожелать мальчикам и девочкам? Здоровья. Здоровья хочешь пожелать? Да. Так что, короче, чуть попозже мы вам покажем, какие мы будем жарить сосиски. Мы делаем модное видео, типа того, которое набирает много просмотров. Это я вчера просмотрел, короче, ролик, который советует YouTube, как развить канал. Вот мы делаем видео, которое, типа, нам советуют сделать, чтобы развить канал. Ну, в общем, короче, дело подошло к сосискам. Короче, сейчас мы будем жарить сосиски. Мы тут накупили вот таких вот сосисок. Какие-то в красно-белом вот такие. И вот такие из Микояна. Классические, короче, какие-то. Да, модный журнал. У нас тут что-то про пентхаусы какие-то. А вот и наши сосиски. Сосиски вещь? Вещь вообще. Смотри. Ну это еще не это, блядь, пол, еще не это. Они еще не готовы. Еще не готовы. О, прям такие вообще классненькие. Вещевые. Вещевые. Вещевые сосиски. Смотри, смотри, корёжи, блядь, ебать какой. Сосиски, он Славик говорит, корёжи. Смотри, во, показывай туда. Во, во. Что, надо было шкуру с них содрать. Раскорёженные, где он там? О. Шкуру надо было содрать. Шкуру. Надо было содрать, говорит Славик, шкуру сосисок, а потом их жарить. Ну ладно, и так сойдет. Ну вот и настает тот момент, когда Саша хочет кушать. Саша хочет кушать. Так, сейчас мы вам покажем, что у нас вышло. Вышло. Вышла у нас вещь, бля. Вышла вещь. Так, с той стороны зайду. Сейчас я другую достану. О, что тут вышло-то хоть? Какие-то сосисочки. Вещь вообще идет. Ну-ка. Смотри. Опа. Оба-на. Оба-на. О. Во. Вот такие вот охрененные сосиски. Смотри, Саша, как они в солнечном свете переливаются. Отличный, отличный продукт. Продают в магазинах КБ. КБ это вещь. Так что ходите, пацаны, в лес, покупайте сосиски в КБ, если с баблом напряг. Там какой-то, можно и в КБ купить. Не грех. Они не особо дорогие, да? Да, не особо дорогие они. Жрать можно, все равно всякое говно тут жрем. Из магазинов 5, номер 5. В магазине номер 5 особенно. Я никогда понять не могу, что там у них за ценники. И какие там еще аферы с какими-то картами там проворачиваются. А у тебя есть карта? Нету карты, ну тогда тебе двойную цену, на. Такая вот тема.